сниму еще вам наш спуск вот такой, таким вот ступенечком. Там море, ответственные скалы. Вот такие ступенечки. Ну и что, нам обогнуть гору и все. Мы будем на пляже, купаемся и выезжаем обратно в нашу Анапу, в Витязево. Вот. Ой. Вот так вот. Идем, идем. Следующее включение, может, будет внизу или там уже где-нибудь. Так что вот, не теряйте нас. Нам предстоит вот такой подъем туда идти. Сейчас немножко вам подъем подсниму. Ой. Летим на этот подъем. Ой, не, по-быстренькому не получится. Хоть мы и поели, но что-то силы мои заканчиваются. Очень. Слабость в коленках. Какая-то такая. Плохая, так скажем. О, ну вот, все. Я взобрался. Буквально за 40 секунд вот оттуда я уже стою тут. Буквально за 40-50 секунд. Вот такой. Пришли? Вот оттуда. И оттуда пришли. Вот. Идем, идем, идем. Вот вам панораму сниму. Что вокруг меня сейчас. Горы, горы. Ну все, выключаюсь пока. Вот, я просто вам подсниму, чтобы вы понимали, что над нами. Около 300 метров камня просто над нами. Ну, 300 не знаю, но 20-этажный дом примерно, может побольше. Кузнечки стрекочут, вот такие камни отламываются. Там вообще обрыв. Вон еще камень большой, отломившийся. Вот, все так вот. Там люциферчан какой-то. Вон нам предстоит, видите, вон там людей. Сейчас вам ближе сниму. А там люди. Нам вот так придется прям вот. Круто-круто подниматься. Вот. Так, идем, идем. И не шагу назад. Все. Всем не пока-пока, а просто до скорых встреч. Потому что они реально будут скорыми. Вот я почти задираю над головой камеру. Насколько гора ответственной. Насколько глыбы вот отламывались. Вообще. Ой, какие тут пчелки летают. Ну все. Вон, если вы видите, вон там людей. Предстоит вот туда подниматься. Огромная скала. Там кусок отколовшейся скалы. Тут над нами скалы. Прямо над нами, в прямом смысле слова. Вот. Поднимаемся. Поднимаемся. К те ручки. Там люди, столько людей вообще. Там вот дать им. Сейчас может подойти. Пойди плачь. Иду я, иду. Односторонка пошла. Односторонка. Ну сейчас заберемся по односторонке-то. Тудун. Оба. Оба. Все.
еще трое. Да, нет, просто из-за того, что не пропускают, то не образовывается просто. Там есть перья. Одних пропускают, потом других. Ничего не предложили, а идем. Вот так вот. Так вот мы понялись. Не знаю, что там было видно. Скорее всего, просто ноги. Похоже было на длинную голову. Там сноска. Где-то смотрел, там больше, ну и там человек. Слушай, там больше нет такого узкого места. Осторожно, камнепад. Одна весна тут. Вот. Сейчас, может, сделаем фотосессию, возможно. Потому что снимать уже очень много видео. Надо фоток сделать. Разбавить видео. Ой, спускаться нам еще. Включимся там уже. Когда прямо над нами будет скала. Молодец. Вот. Вон, если вам видно, это банан, вот так называемый Змей Горыныч. Его тянет лодка, а там три головы таких резиновых Змей Горыныч. Вот тут кристально вообще чистая вода, очень все хорошо видно. Вот туда мы идем. Заходим за гору и все там на пляж. Вот. Людей достаточно. Ходят люди. Вот. В любой момент съемка может оборваться, так что не обессудьте нас. Мы идем. 1% на камере. У нас еще один есть аккумулятор. Так что не ругайтесь. Если вдруг что-то оборвется, я вдруг перестану говорить. Вот, поплыл. Вот, все. Там катер еще плывет. Дальше родители. Макс убежал далеко вперед. Огромнейшие камни, которые вот откалываются от этой скалы. Вот. И вот этот прям висящий над головой сейчас камень будет. Скорей. Да я знаю. Вау, прям вот натурально. Вот камешек. А наша голова сейчас будет. Вот прям вообще. Подходишь вот над головой. Оп. Все, почти на выходе. Чуть-чуть осталось. Слава богу, мы не купались еще. Потому что если мы искупались и полезли на эту гору, было бы очень жарко и очень потно. Наши родители идут. Вот, так что все, идем. Скорее всего, очень мало будет фоток. Вот, вот, вот это прям надо мной висит, вот эта штучка. Прям надо мной. Вот, мы спускаемся. Вот так вот. Ой, ой. Так что вот. Вот, смотрите, вообще. Над нами что? Пойдем до конца. Что над нами? Там трещины? Трещины там всякие. Ой, я не пойму, что это такое. Вон столько людей там. Ой, вообще страшно очень, если вот это все обвалится на нас. Сейчас, возможно, снимем. Ну, долго он решаться-то будет. Камера, видео за. Ну, давай. Вот так вот. Все, ладно, мы спускаемся нам туда. Да, и все, мы выходим. Да, спрыгнем. Не очень высоко. А, все. Как тут? Идешь прямо над вами скала такая. Кашлю, тут кашлю. Разносит вирус. Вот. Все. Так, сменили аккумулятор. Вот. И вот это мы уже на финишной прямой. Макс с мамой опять, как обычно, бежали далеко вперед. Мы пока тут меняли аккумулятор. Вот такая красота вас ждет при выходе. Тут плавают катерочки. Вот. А тут также скалы все осталось. Вот это самое красивое. Вот, вот тут. Не переживайте, тут есть бортик, если вы вдруг захотите сюда прийти. Бортик вас никуда
ветер мне сдует, так скажем. А никто вас, ну, не должен скинуть через этот бортик. Вот людей очень много, идут. Ну вот такая вот красота. Сейчас выйдем на еще более открытую поверхность. Вот снимем. Ну вот мы и вышли на пляж. Буквально осталось пройти несколько сот метров. Буквально метров 300 пройти. Хорошо смотрится новый свет. Экскурсионная группа. Вот. О, вот такое над нами все. Вот такое. Вот ты берешь как завеску на эту. Я его щелкнул и все, и пошла съемка. Идет на рынок. Ну давай в такие ворота входим. Ой, выходим. Из таких ворот. Входит в них. Тот, кто идут в нашу сторону, а мы против. Вот. Тут все не видно, ничего. Очень много людей, очень. В прошлый раз мы были, вообще людей почти не было. Идем. Ну вот и все, мы на выходе. Осталось буквально пройти несколько метров, и мы на выходе. Так, какой-то этот катер взламывают. Взламывают катеры. Очень. Воздух напоминает баню очень сильно. Потому что елки, можжевельник, горы, шишки. Все это очень напоминает. Все это очень напоминает баню. А нам предстоит дорога домой. Так что вот. Нам предстоит дорога домой. Сейчас вам еще вход-выход сниму. Вот. И, пожалуй, все. И пойдем купаться уже. Потому что уже очень устали, очень все. Очень все вспотели. Вот так вот тут красиво. Не перестану повторять это слово. Очень красиво и очень вкусно пахнет. И очень полезно для здоровья. Вот. Вот вам сниму государственный природный заказник регионального значения новых свет. Схема маршрута тропа Голицына. Вот, смотрите. Вот тут мы. Вот так мы шли. Вот, царский пляж. Мы отсюда. Вот мы вот так немножко поднялись. Вот тут поднялись. И вот тут все наперекосяк, и вот так шли. И все, пришли. Вот все эти наименования. Так что вот. Не разводить костров, не трогать природу, осторожно клещи. Все, вот такая тропа. Вот так вот. Смотрите. Сейчас вам выход. Уже на выходе. Все. Мы уже на выходе. Вот, да, это выход. Вот он. Вот такой вход. Вот такой вход. Вот, так что... Откуда пришли? Все. Как его, Саша? Всем спасибо, кто с нами был. Все уставшие. А нам еще ехать обратно 300 километров. 300 километров ехать до нашего дома. Так что все, сейчас по-быстрому купаемся. Но купаться по-быстрому у нас не получается никогда. Вот. По-быстрому купаемся. Ну, относительно быстро купаемся, ладно, вот так скажу. И идем уже домой. Идем как? Едем. Идем домой. Все. Так вот. Сейчас. Вот так. Вот из таких красот мы уезжаем.
таким узким, да, улочкам вот сейчас едем. И ответственным складом. Где две машины с трудом разъезжаются. Техники выдалбливали скалы, представляешь, годами тут долбили, долбили. Уж асфальт это, наверное, потом положили туда. Ну, уж видели эту дорогу. Вот такая. Как китайская стена сейчас. Крепость целая настоящая. Вон, вон там, вон там, вон там. Вот там. Горе такая. Стена. Папа, тут обгонять можно? Ну, пока сплошная нельзя. Чего тебе надо? Алиса, мы тебя не вызывали. Спокойно. Она на вас не отреагирует. Интернет. Нафига она вообще туда реагирует? Тридцать, да, мы насчитали? Так, вот, да, да. Вот такая вот у нас радуга там. Вот. Все, тогда больше нет ничего. Судак. Судак нас провожает солнцем. Сумку у Игоря. Солнцем и дождем. Так что вот. Стоим в большущей пробке. Если вам видно, вот огромный просто пробки. Вот нам столько стоять. Фиговый. Там уходим вот так. Так же, как вот из Такиши. Утриша с этого. Что у меня за такие шприц остряло. Тоже отдыхать хорошо, а уезжать очень плохо. Вот так вот. Будем стоять. Максим, возьми, пожалуйста, папе сумку. В общем, время пол. До места нам еще ехать час полтора. Заснимем Крымский мост ночью со стороны железнодорожного моста. Он красный, со стороны автомобильного моста.